Согласовать списки пленных и осужденных на украинской территории потребовала сегодня украинская сторона на заседании трехсторонней группы в Минске. Как сообщила Дарка Алифер, пресс-секретарь Леонида Кучма, представителя Украины на переговорах, Киев настаивает, нужно четко установить даты обмена заложниками. Именно списки тех, кто совершил преступление и подлежит помилованию ради освобождения украинских пленных, и стали главной темой сегодняшней встречи в Минске.